Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Данил, и вы находитесь на моем новом видео по игре Motor Depot. И сегодня у нас будет такая вот Nexia. На обзорчике характеристики: масса 1 тонна, максимальная скорость 168 км в час. Мы проверим. Мощность 85 лошадей, работа 1000 рублей, работа такси. Ну, в общем, потаксуем, и очередная машина у нас сегодня для такси будет. Это у нас Deo Nexia. Так, берем шашечку, можно перекрасить, например, сделать желтый, но давайте все-таки серый такой более-менее. Так, колпаки, вот эти вот, смотрите, вот фигня, вот эти вот прям прекрасные, как для нее. Берем, так, что еще можем взять? Давайте, спойлер, это не надо, не надо, дефлектор, ну, как-то не смотрится. Ой, а фары еще ужаснее. Так, ну и тонеры тоже можно такие установить. И, конечно же, вот такие. Ну, ладно, бог с ним, давай вставляем такое. Ну и в салоне, наверное, я думаю, корону можно влепить. Ну куда же без короны. И елка, что прям пахло-пахло. Все. Больше, я думаю, ничего сюда не налепляем. И спокойно можно выезжать на линию. Так, давай. Все, отлично. Включаем фары. Погнали. Надеюсь, сегодня мы с вами не баганем работу такси, как баганули в прошлый раз на копейки. Ой, на двойки. Кто не видел по аннотации, можете посмотреть. Но я думаю, не должны, потому что иначе это будет не клево, что ли. Иначе это будет не очень здорово. Так, 300 метров. Ну, это надо до автовокзала опять допилить. Блин, хотелось, чтобы точку такси была не только на автовокзале, а была в разных местах. Например, на ЖД вокзале, или где-то на порту, возле порта, где-то в центре города. Ну, хотелось бы вообще как-то, чтобы обновили работу такси, ну, правда. Вот сегодня, конечно, я посмотрю, как оно все будет. Потому что в прошлый раз мы вообще ее забаговали. Так, давай вот сюда. Подкатуй. Отлично. И это, по-моему, в Пертуры нам ехать. Насколько я знаю, да, в Пертуры поехали. Как раз там будет довольно такая большая дорога. И мы проверим максимальную скорость Nexia. Ну, я думаю, 160 точно должна пойти. Я на ней приблизительно столько и гнал когда-то, когда она только вышла. Поэтому сейчас погоняем. Пятая. Так, ну 130 идет. Пока до поворота у нас есть время. Давайте. Тут довольно такой большой участок дороги. 140 потихоньку идет. Это 150. Ну все, тут уже трафик. Надо было в сетевую зайти. Там практически нема трафика. Там он же отключен. Только в онлайне люди играют. Да его, по-моему, можно... Ладно, потом разберусь за кадрами. Сейчас не буду никуда лезть. Сейчас давайте уже отыграем то, что нам нужно. Спокойно. Сюда, вот сюда. Потихоньку. Ох, ё-моё, это я немного... Что-то засмотрелся и не мог вовремя... Руль как-то застыл. Вот, пожалуйста, видите, сейчас скажет кто-то в комментариях, как рукожоп езжу. Но тут я с вами соглашусь. Что-то у меня руль застыл и ни влево, и ни вправо. Тут от меня уже вопросы к рулю. Чего он у меня так завис? Как-то не вовремя, не в подходящее время. Так, ой-ой. Не особо приятная ситуация. Будем, как обычно, по обочине обходить. Капец, когда играю в Motor Depot, для меня обходить трафик по обочине — это в порядке своих вещей. А когда играю в какую-то другую игру, и когда трафик обгоняю, по обочине как-то и не хочется ехать. Вот так вот у меня получается, что по обочине я могу обгонять только в одной игре и только в Motor Depot. Салончик, кстати, прикольно сделанный, но
Ну да, прикольно. Что про него еще могу сказать? Салон, да как салон. Руль есть и нормально. Ну и приборки, чтобы было видать. Температуры. Температуры. Блин, встречка идет. Сейчас бы выбрался туда сразу. То за семеркой неохота тащиться. Так, и сейчас у нас, наверное, заказ появится в Серпове снова, да? Да, ну сейчас сюда доеду на паузе и потом включусь. Так, берем очередной заказ. Че, опять туда ехать? Нет, туда не хочу. Блин, да почему? Че с такси не так? Ну-ка, а если выйти, например, с главного меню, у нас же изменится, не? Нет, нифига не изменяется. Блин, вот это да. Вот это, конечно, плохо. Ладно, погнали в гараж тогда. Заеду в гараж и выйду. Только тогда, я так понял, работа спадет. Приедем на это же место. Если нам опять выпадет это... Я не знаю, ну почему? Два раза выпадает одно и то же место. Да причем, ладно, хай выпадает. Но если бы оно выпадало, хотя бы оттуда можно было уехать, например, сюда, в Серпов. Мы же обратно не можем уехать. В чем проблема? В чем беда? С приходом нового обновления вот это, ребята... Желательно бы пофиксить, потому что какая-то это не очень интересная штука. И в дальнейшем машина, которую будем мы использовать в такси, играть в такси, это будет не очень приятно. Ну, тем, кому, конечно, охота покататься, им-то всегда, пожалуйста. А те, кто хочет именно как-то подзаработать, то будет неудобно. Да и сам вариант такси для того, чтобы подзаработать, не очень-то удобный. Там платят всего лишь косарик. Вот, ну все, теперь, да, теперь можно заново ехать на автовокзал. Если нас опять впихают в то место, ну не знаю. Ну, поедем, наверное, опять что. Ну, может, нет, ну, посмотрим. Я надеюсь просто, молюсь, что нас засунут на нормальное место. Ну, в другое место, не в то место, в которое мы только что сами ездили. Ну, реально одно и то же. Ну, разве что можно... Ну, сейчас, короче, если выпадет это место, мы поедем с вами по этому же месту, но по другой дороге. Так я через Красноборы поворачивал, а так я поверну прямо по трассе через Корнуково. Заодно есть хорошая возможность проверить как раз максималочку. Вот я этим как раз себя-то и воспользуюсь, и посмотрим, что да и как. Так, ну давай момент... Куда ж ты? Ну же. Красноборы, да? Тоже не лучший вариант, почему нас, например, в Корнуково не отправляют. Ну ладно. Погнали, сейчас, если Красноборов, может, куда-то далеко пошлют. Так, ну тут мы будем с вами коротить путь, наверное. Что туда, что обратно, потому что я уже выучил тут довольно такой короткий путь. И, кстати, тут мы тоже можем нормально на данной прямой проверить максималочку, ребята, знаете. Нормально можем. Мы ее сейчас тут проверить. Так. Да. Ну, короче, 150, 160 едет с горки. Можно 170 разогнать, я думаю. То есть 180. Короче, 168 своя уверенно пойдет. Так что можно считать все. Правильно, все ездит. Так, ну и тем временем мы уже за считанные секунды подъезжаем к точке прибытия. К нашей точке прибытия. Ой, смотри! Чудо случилось, мы можем все-таки здесь загрузиться, и нам не нужно ехать в Серпов. Нет, скорее всего, нам сейчас заказ опять в Серпов выпадет, и мы туда все же поедем. Ну, блин, может, кто-то в другое место. В Серпов. Ну, поехали, значит, в Серпов, я не знаю. Нас туда постоянно направляют. Поехали уже, чё, как родной.
Мы, в принципе, там родились, выросли и работаем. У нас там база находится. Так что понятно, чего нас будут всегда направлять в данный город, в этот Серпов. Так, немножко заносит. Я думаю, можно даже и дрифт попробовать на ней устроить. Как раз на вот таком вот участке. На траве. Через рельсы так хорошо летим. Главное, электричку нигде не встретить, а то будет, знаете, плоховато. Так. Ну, сейчас, кстати, если нас обратно отправит в тот же Краснобор, наверное, будем заканчивать, потому что, ну, ничего хорошего я в этом такси, видимо, не найду. Так. 1000 рубликов. Ну, в принципе, 4 косаря, я думаю, сегодня разработали. Опять от нас отправляют, знаете, куда? В Пертура. Да пошло оно все в одно место. Не хочу ехать. Все, глушимся. Такая машинка такси у нас на бордюре стоит. Сейчас водила пойдет, кофе купит. И будет ждать уже нормальные заказы куда-то подальше. Они заплатят побольше. Ну что ж, всем большие молодцы, кто досмотрел до конца. Обязательно ставьте лайки. Если вам нравится мой контент, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Ну и пишите комментарии, как бы. Меня звали Данил. Всем добра, всем мира, всем пока. Пока.